Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что одно из главных, на что стоит обратить внимание, на что нужно обратить внимание, это на то, с чего все началось. То есть, с чего начались ваши ссоры, ваши такого рода конфликты, да, такие проблемы, вот, с чего они начались. Потому что совершенно очевидно, что так, как происходит сейчас, так было не всегда. И совершенно очевидно, что когда-то было по-другому. И вот, чтобы это разобрать, нужна история ваших отношений. То есть это именно история нужна ваших отношений. Потому что у мужчины есть явно, да, есть какие-то проблемы. У него. У него, да, есть какие-то сложности, у него, да, есть какие-то трудности, у него, да, очевидно, он входит в состояние аффекта. Вот. Как вы говорите сами, что меняться он не хочет, делать что-либо он тоже не хочет, да, и как бы, ну, мотивации никакой, значит, меняться у него нет вообще, вот. И эта позиция, она на самом деле связана с тем, что этой мотивации не даете ему вы. То есть вы не даете мотивируете мужчину своего. Это не обвинение, это скорее просто констатация того вот, той стратегии поведенческой, да, которую вы используете для взаимодействия с мужем. Вот, что плохо, то, что вы привлекаете свидетелей. То есть, что вот свидетели, да, там другие люди, третьи лица и так далее. То есть, это, конечно, личные границы, это нехорошо, что вы их не соблюдаете. Ну, не соблюдаете личные границы, это очень-очень нехорошо. Вот. Ну, исходя вот из того, что вы написали, вот, значит, что делать, да, ну, во-первых, самое лучшее, что вы можете сделать, да, это, по сути, диктофон, первое, что вы можете сделать, да, это диктофон, записать диктофон, ваши ссоры, если все так, как вы говорите, ну, я не то, что я вам не верю, вот, дело не в этом, вы поймите правильно, дело не в том, что я вам не верю, да, дело именно в том, что, ну, я ведь не знаю, как обстоят дела на самом деле, вот, то есть тут только в этом история, вот. Если все так, как вы говорите, то мужчина увидит на диктофоне, как бы, истину, как она есть, правду, как она есть, и, в принципе, у него, ему уже некуда будет деваться, ему нечем будет крыть, это первое. Второе, отдалиться от него, показать ему, что вы не готовы мириться с тем, что, значит, ну, с тем, что происходит, вы не готовы мириться с тем, что он делает, вот. Это то, что очень важно. Ну и, соответственно, отдалившись от него, вы
покажете, что с вами так нельзя, покажете, что с вами нужно как-то по-другому, вот, и, соответственно, у него не будет иного выбора, кроме как, если он вас любит, да, то сделать что-то, то есть, ну, либо там к психологу пойти, либо кто-то еще. Вот. Это при условии, если, ну, при условии, если у него есть к вам чувство. Вот. Если у него чувств нет, то да, тут все к сожалению, ну, тут, к сожалению, все достаточно понятно. Вот, делать он ничего не будет. Вот. Ну и вам тогда зачем такой мужчина? То есть, для чего вам такой мужчина, если он вас не любит, если у него нет к вам чувств, если ради вас он не готов меняться в том, что напрямую вам вредит. Вот. Понимаете? Подумайте об этом. Ну, я бы рекомендовал, наверное, еще треугольник Гартмана изучить. Ну, просто, чтобы посмотреть, как бы, так, определить, значит, какой вы находитесь в позиции треугольника Гартмана. Вот. Говорить специально не буду, потому что, ну, чтобы вас не сбивать. Вот. Но надеюсь, что вы сами для себя это выделите, потому что момент важный, от него много зависит. Не могу сказать прямо, что все, но много, очень много. Все зависит от того, как вы подошли к этой всей ситуации, как вы подошли к этой всей истории. Все зависит, практически, от того, что вы делаете. Как вы к мужу своему относитесь? И как вы реагируете на то, что он на вас кричит, к примеру. То есть, условно говоря, если вас задевает это, то нужно искать причины, смотреть, почему и так далее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.